Пермская скульптура украсила Златоуст. Не просто фигура, а большая композиция. Три волка, нападающие на лося. А сделаны они все из автомобильных покрышек. Необычный резиновый арт-объект привезли на Бушуевский фестиваль в середине июля. Специально для фигур оборудовали площадку, облицованную бетонной плиткой. А сейчас скульптуру перевезли на центральную аллею молодежного парка. Название композиции говорит само за себя – охота. Пять мастеров из Перми полгода работали над проектом. Необходимо было выковать устойчивый металлический каркас и спаять детали между собой, затем обить покрышками. Теперь по животным могут спокойно лазить дети. Хоть основной материал экспозиции и резина, поджечь ее не получится. На фигуры нанесли огнестойкую краску. Добавлю, неподалеку уже есть подобный резиновый зверь – медведь, которого привезли в Златоуст в прошлом году.